Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот тут свинка готова на сдачу. Вот свиноматка. Порода у нее Петрен. Полностью мясная. Бекон. Вес уже, наверное, килограмм за 200. Как бы от последнего опороса прошло уже времени достаточно. Все уже сошло у нее, ничего. Ну, молочных этих желез не осталось уже. Ну, как бы отхода не будет. Вот такая вот свинка. Видите, ну, как бы сала нет, от мяса. Сразу мясо идет, то красная такая. Где не упрется, сразу как этот сам. На улице, ну, плюсовая, конечно, но сразу она краснеет. Защитного слоя жирового нет вообще. Вот такая свинка на продажу. Вот такие вырастают с поросяток. Это мамочка. А поросятки даже лучше вырастают, потому что там еще и плюс папочка непоганый. Полностью, как видите, бекончик. Вот когда находит, видно, что у нее кожа тонкая, под ней мясо, сало вообще не, задняя часть огромная. Ну, такая серьезная свинья. Так что вот такие дела, вот так вырастают свинки. Посмотрим, как сдадим, сколько у нее вес будет. Ну, я думаю, по ней видно и понятно. В принципе, все, что я хотел показать на этом видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.